Сырный крем-суп с лососем. Стейки заливаю водой, довожу до кипения и оставляю варить на 10 минут. Чеснок обжариваю с томатами. Из бульона достаю рыбу, добавляю итальянские травы и соль. Далее выкладываю овощи и оставляю вариться минут на 40. Тщательно очищаю рыбу от костей и кожи. Натираю и добавляю в суп плавленый сыр. С помощью погружного блендера довожу суп до консистенции пюре и добавляю кокосовое молоко. Аккуратно выкладываю в суп кусочки рыбы и посыпаю зеленью. Обязательно танцую! Бон аппетито! Чиз-фиш крем-суп. Мне немного не хватило остроты. Персик. Очень вкусно, что и говорить. Самый ценный, на самом деле, крем-суп. Черный хлебушек и с хреном. Совсем другое дело. Так еще вкуснее.